Сергей, тебе класс, зачет, добавь это видео, опровержение, раздел до и после. Всем привет. Расскажу небольшую историю. Ну, вообще в моих планах в каждом видео рассказывать о интересных местах в нашей работе, интересных случаях. В общем, произошла такая история в предыдущем видео. Про некий автомобиль, это транспортер, даже не транспортер, это Volkswagen Caravella 96 года. Сергей снимал, это была поездка наша с клиентом. Мы ездили смотреть эту машину, она была в несколько неубранном состоянии. Комментарии я читал, конечно, да, так машину запустить, но она не запущена, она, скажем так, неаккуратно хранилась. Она в последнее время использовалась как кладовка, ну и было много хлама. Значит, когда все преподнесли продавцу, что у нас есть покупатель, у нас есть клиент, собственно говоря, мы ее проверили, мы ее поднимали на подъемнике, мы ее всячески проверили, были некие недочеты, продавец обещал, и, собственно говоря, он выполнил свое обещание, он привел автомобиль в порядок, в годный, так сказать, вид. Есть там все-таки остались мелкие недочеты по салону, по обивке, но она вся есть, ее надо собрать. Собственно говоря, технический момент он также исправил. И, скажем так, снимаю я опровержение того видео. Автомобиль 96 года, комплектация Volkswagen Caravella. Значит, что три ряда сидений полностью раскладываются в ровный пол для спальня, как большое спальное место. Что здесь изменилось? Сейчас второй ряд снят, но он есть. Ну и забегая вперед, сделка уже совершена, рассчитались, договор заключен, все устроило. Значит, был снят полностью разобран пол, постелен вот этот коврик. Осталось только убрать некий момент. Сейчас ездим в гараж, все это выкинем. Здесь все пожитки бывшего продавца. Покажу машинку и расскажу, что в ней изменилось. Ну, началось с малого. Она была вымыта, перестелен этот пол. Продавец дает такие колонки с усилителем. Сзади тоже будет распорка, полочка из Германии, привезенная с акустикой дополнительной. На сегодняшний день дверь легко закрывается, легко открывается. Значит, здесь вращающееся это кресло. Здесь тоже, ну, скажем так, прибрались. Поставлены новые противотуманные фары. Вся оптика работает. Все фары можно включить по отдельности, можно включить вместе. Была заменена крышка клапанная вместе с прокладкой, устранена течь масла. Поставлены вот такие вот 18-е колеса. Насколько я знаю, они ставились на Мерседесах. Отдается оборудование под рацию. Отдается комплект зимней резины на дисках. Отдается еще комплект летней резины. Ну и, собственно говоря, вот этот тот самый легендарный автомобиль Volkswagen Caravella. Мало того, 2.4 без турбо мотор. Длинная база. И вот то самое тоже значимое место называется синхро. Это говорит о полном приводе. Что у него в комплектации? Кондиционер, стеклоподъемники, раздельная печка, соответственно, автономка сухая, кто в этом разбирается, это тоже большой плюс. Вот. Так что сделка заключена. Продавец остался доволен, потому что он очень много рассматривал таких автомобилей. Ну, с данными параметрами, насколько я знаю, в России там 2 или 3 объявления. И именно этот автомобиль
больше всех ему подходит. По состоянию он, да, он крашеный, он красился в 13 году полностью с разбором. То есть не просто облили, а его разбирали, да, все пластинки, вернее, все пластики, все обшивки снимались. Красился он хорошо. Ну, это видно по кузову, здесь нет ни гнили, ничего. Ну, да, где, кое-где вылезают уже жуки, но в целом состояние кузова очень крепкое. Так что вот такая история. Сергей, тебе класс, зачет, добавь это видео, опровержение, раздел до и после. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.